забрался сегодня на этот гору. Тут такое удобное местечко получается, как бы мост. У меня есть трекинговые палки как раз. Вот. Я с трекинговыми палками буду подниматься. Еще есть у меня наушнички, чтобы было веселее. В принципе, прикольно. Я сегодня планирую подняться там на хребет один. Потому что хочется мне. И там такой вид красивый будет. Единственное, что в прошлый раз я пошел без трекинговых палок и еще в легкой одежде. И там наверху было так холодно, что я замерз. В этот раз я уже подготовился. Штаны взял, свитер, взял термобелье и взял пуховичок маленький, шапку, чтобы не замерзнуть наверху. Потому что снизу получается тепло, солнечно, а если выше поднимаешься на гору, там другая высота, и там прохладнее получается. И сильный ветер может быть холодный. Надо знать, что такое возможно. Ну, быть готовым, так сказать. Я еще взял с собой воду. Ну, вот раз я нормально запаковался. И взял наличные, потому что наверху карты не работают. Там есть кафешка. Ну, только за наличные. Так, конечно, не получится покушать, но какой-то чаек можно выпить, в принципе. Это я сел отдохнуть, потому что поднялся сюда и уже немножко поперегрелся. Сейчас остыну и дальше подниматься буду. Я так средний минут 30-40 поднимаюсь, а потом минут 20 сижу, остываю. Потому что если идет перегрев, то ты мокрый становишься. Потом можно простудиться, наверное. Температуру тела все время, в принципе, в одном ритме держать, не перегревать. Потому что если перегреваешь тело, то потом получается выше. Если перегреться, короче, потом на ветру можно простыть. А так, если все время температура тела в одном положении, то нормально получается. Потому что я думаю, лучше чуть идти, чуть остывать, идти, остывать, идти, остывать. В принципе, можно просто легче одеться. Ну, наверное, уже просто с собой куча одежды, мне ее некуда девать, как-то надеться. Хотя, можно попробовать спрятать пуховичок, в принципе, рюкзачок. Что я взял безрукавку, она явно, короче, именно в данную минуту мне не нужна. Нормально. Короче, полный рюкзачок у меня всякого хранится. Можно даже рюкзачок побольше, в принципе, было бы. Все. Все. С этим. Ну, так все влезло. Вот. Это у меня такой первый привал. Сейчас будет подъемчик у меня следующий. И получается будет так, что до встречи на следующем привале.